борьба на долго, мне кажется, тренировать. Не, нормально здесь. Это нормально, просто позиции не меняют. Стоп! Замечание. Захват ноги. Он знает. Он знает. A bit more short. Back. Move to back. Okay. Continue. Обоим замечание еще. За не повезли. Замечание за захват одежды. И по замечанию за то, что не слушают команду судьи. Замечание за действие после команды судьи. You must listen voice of referee. Listen, stop. Immediately. Брейк. Тристан захватил одежду, да? Да. Я тоже не видел. Приглашаю. Вот с этим надо строго. Да? Стоп. Кто бы не должен. Стоп, сразу. Замечание. Да? Потому что Тристан очень. Она мне, конечно, нравится. Но вот, чтобы вот эти, вот, не было как раз грубости, непослушания, там, на секундочку опоздал. Выступлению на площадке номер один готовится пара 64. Владимир Кувшинников, Тангин Роберт Кристоф. Четыре с падением? Да. Он коснулся рукой. Я видел. Ну, падением и защитой, да? Да. Хорошо. Ну, вообще здесь надо нарушать. Просто ребят хорошо работают. Ничего. Второй раз. Замечание, что стягивание. Дисквалификация. По дисквалификации в этом поединке победу одерживает Вишненко Ярослав. Дисквалификация.